Как, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и давайте сразу тихо, пока Катюха из соседней комнаты не услышала, что я собираюсь сегодня сделать. Короче, пока я с Антончиком вышел на улицу погулять, Антончик, проветри свою задницу, потому что уже заколебал дома сидеть за компьютером целыми днями в дотку, в кэску играть. Короче, Новый год уже вот прям через несколько дней, а это значит то, что мне нужно подарить подарок Кате. Я, конечно, его подготовил, и я его сегодня подарю Кате в этой серии, но не все так просто. Эдисон! Я ж раньше записывал серии троллинга, это значит то, что троллинг течет в моих жилах до сих пор. Я просто так не смогу подарить подарок Кате. Конечно же, без троллинга просто так не смогу. Надеваем шапку. Хо-хо-хо-хо-хо! Катюха! Приди ко мне в комнату, пожалуйста! Сейчас она придет, и мы ее затроллим немножечко. Сюда, подойди, пожалуйста, сюда. Садись. С Новым годом, с новым счастьем. Всех с новым поздравляем, с ножа радости, жалости желаем. Чтобы детишки у вас росли, чтобы цветочки не завяли. Короче, не знаю, вот это стихотворение, я никогда в детстве не рассказывал стихотворение. В общем, Кать... Нет такого стихотворения. Я только что придумал. Много дел у нас будет в этой серии, но перед этим давайте сначала обратимся к нему. Ну, потому что, знаешь, типа, в этой серии ты удивишься. Кать, скажи ему, пожалуйста, что нужно делать прямо сейчас. Ну подожди, ты понимаешь, что Новый год уже вот прям вот за окном. Если он это не сделает, ну ничего ему Дед Мороз не подарит. Вот фофан такой. Или знаешь, что ему подарить? Как вот это. Короче, вот чтобы вот этого вот не было. Чтобы вот этого не было, да, надо подписываться на канал прямо сейчас. Если не подпишешься, будет... Вот, лучше подпишись, да. Подпишись и лайки. И лайк, конечно, поставь, потому что набираем... Ну давай 25 тысяч лайков, выйдет новая серия Катюхи. Кать! Не пугайся, мать! Если пугать не будешь, не буду пугаться. Я не пугаюсь. В общем, давай сделаем так. Давай. Садись сюда. Я вообще уматываю с этого места. Делай сама, что хочешь. А, окей. Слушай, а на Новый год же тоже нужно уши тянуть, как на день рождения. То есть на день рождения, если тебе 20, нужно 20 раз, а Новый год, типа, 2019, нужно 2019. Короче, иди по тропинке вот туда, да. А я пока буду поздравлять тебя с Новым годом. Нет! Раз! Два! Три! Да ты чё? Да у меня не день рождения! Ну, день рождения планеты, вселенной, не планеты, именно планет. 5, 6, еще всего лишь осталось 2000, сколько там раз, 2013 раз? 2000 много. Та-ра-та-та! Подарок? Это подарок. Такой большой подарок мне на Новый год? А как? Это тебе подарок, я же говорил, то, что я Катюхе подарок в этой серии подготовлю. В общем, иди его забирай. А как я попаду тут? Я не могу попасть. В смысле не можешь попасть? Ну иди к нему и забери ты его, ну Кать, ну пройди ты уже ради всего святого, ага. Ну пожалуйста. Кать, просто иди, ты что, прикалываешься? Ну зайди я ты. Я не могу. В смысле ты не можешь? Я не могу. Прямо пройди перед тобой воздух, ты через воздух не можешь пройти. Да не могу я. А, ой. Ну подожди, ну не все так просто, подожди, подарок нужно заслужить в первую очередь. Зачем его дарить тогда? Без троллинга никак, чтоб ты этот подарок ценила, а то если ты просто его так заберешь, неинтересно будет. Ну просто зайди и возьми ты этот подарок несчастный, ну Кать, внутрь зайди. Ага, а что это такое? Воздух, Кать. Нет, тут какие-то квадратики. Квадратный воздух, это же Майнкрафт, в Майнкрафте даже воздух квадратный. Зайди! Тут что-то не то, да? Что, в смысле? Тут какая-то невидимая стена, да? А что это тогда за квадраты? Кать, зайди, возьми подарок, прикрыть колотить. Я вижу, они здесь везде, они по периметру, да, здесь? Ну ладно, хорошо. Главное правило. Какое? О, что-то выделяется. Что-то выделяется. Блин. Что-то выделяется, но не все так просто, Кать. Ты уже знаешь самое главное правило троллинга. Если что-то выделяется, значит что-то в этом выделяющемся, что-то выделяется и что-то есть. Запомни, народная мудрость троллинга. Ну смотри, если там что-то выделяется, значит нужно, чтобы еще что-то выделять. Ёлочки всякие, ёлочки. Алмаз! Вот реально ты заметила то, что алмаз выделяется. Алмаз тебе, конечно, идет... Ты почему взорвала алмазы, Кать? Тебе нужны были алмазы? Ты взорвала настолько то, что стала просто новогодней елочкой. Ты что на елку залезла, Кать? Ты чё их взорвала-то, мать? Зачем я их взорвала? Ты новогодняя звезда или что? У меня
меня даже ничего в руках не было. А как ты их взорвала, сама, наверное, не знаешь. Не вот, знаю. Вот и никто не знает. Как спрыгнуть с елки? Просто только голову себе не сломай. Так, ладно. Ладно. Лучше бы не подходило. Лучше, что да. Значит, еще что-то должно выделяться. Я не знаю. Ну, вот это нет, не выделяется. Это не выделяется, значит, да. То есть здесь все зеленое. А, угу. Правая кнопка, не знаю, для кого придумана на этой ядрить колотить планете. Наверное, 100% не для Кати. Чё за фигня, я лечу? Кать, чё разобьёшься, Кать? Это чё за фигня была сейчас? А, это значит то, что тебя катапультирует в воздух. И значит, тебе нужно перелететь вот эту стенку, понимаешь? Как выбраться? Не надо, тебе надо перелететь стенку. Нажимай. Сюда, 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 сюда! Блин. И там будет сложно на самом деле. А, я поняла, мне нужно попасть в подарок. Ох, чувствует Дед Мороз то, что слишком какая-то нубасина проходит его троллинг и слишком... Куда ты смотришь? Не, подарок. А, ну хорошо. Слишком большая нубасина, поэтому Дед Мороз, наверное... А, я в воду упала. Ну, это значит, ты прошла, Катюха! В общем, развернись, 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 иди туда, иди туда. И закрой глазки, сейчас я тебе покажу, что это будет за подарок такой. Давай вот спой какую-то песенку новогоднюю, и тогда Дед Мороз подарит тебе подарок, хо-хо-хо, ёханый бабай. Вот, если споешь какую-то новогоднюю песенку, прям новогоднюю такую. Ёлки, а по городу мчатся счастье, разносят людям, ёлки. Не, я такую песню не знаю, Дед Мороз такую песню не знает, следующую. Знает, это Верка Сердючка. Я не знаю такую песню, следующую. Я знаю, Новый год намчится, вот это, спой тогда. Ёлочка, ёлка, лесной аромат. Дед Мороз не знает такую песню, Дед Мороз хочет песню дискотеки аварии. Новый год намчится, вот это. Родилась. Дед Мороз и такую песню не знает. Ты походу не хочешь. Новый год к нам мчится. Скоро шнится. И тара-тара. Шниц, шницель. Сбудется все, что шницель. Смотри на подарок. Я думаю, то, что ты к такому не готова. Это шестерка! Это жига, Катя! Это 2-21-06! Катя в машинах шарит лучше, чем все на этой планете. Она еще и заниженная, у нее она еще, она еще и, да, она еще и заниженная, Катя. Это все специально для тебя. Какой-то сундук. Какой-то сундук. Сундук, говоришь, да, значит, какой-то? Да. Я, не, не надо, да зачем, не надо, это уйди. Бензин. Да, выйди из сундука, не, Кать, ну зачем? Ладно. Шестерка твоя. Подарок на Новый год. Она еще не затонированная. Она потому что те, кто тонирует, те колхозники. Вот. Садись в машину. Садись. Почему на пассажирское сиденье? Садись. По привычке. Вот. Садись. Нажми на R. Нажми Fuel. И вот засунь сюда бензин и подожди, пока она заправится. Катюха, машина твоя. Только не гоняй, не дрифти, не наваливаем боком. А зачем она еще нужна тогда? Это жига. Машина должна стоять в гараже, чтобы просто на нее смотреть. Смотришь, смотри, какая она красивая. Ты знаешь, сколько вообще времени потребовалось, чтобы ее найти? Знаешь, сколько бабок? Это же жига, Кать. Лучшая машина в Рашке. Лучшая. Жига. Ну, конечно, я мог тебе подарить какой-то там бумер, я не знаю, мог тебе подарить Порше, Феррари всякие. Ну, как бы, ну, жига. Жига есть жига. Садишься, смотришь, кожаный салончик играет в Владимирский централ. Не дрифтить! Что такое, Карин? Да что ты делаешь? Тут все, да остановись! Руки вверх подними, с ума! Кать, ты дуримон, я ж тебе говорил, не сни... Я тебе машину подарил, ну прав-то у тебя не... Начальник, извините, пожалуйста, мы контент здесь снимаем, мы видосик просто, а эта дуримонда с ручника сняла, машина двинулась, она как бы думает то, что шарит в машинах, но водить вообще не умеет. Умею. Короче, шерифы, тут такое вот дело, я ютубер, давайте сделаем так. Я ваш инстаграм пропиарю, да, и вот держите. Ну, вот каждому по 5 кусков давайте, вот каждому, хотя бы, все забирайте, сами там поделитесь, не штрафуйте вот эту, и не сажайте ее, Кать,
Пообещай, пожалуйста, что в следующий раз такое не будешь делать. Конечно, буду. Шучу. Шутка, я не буду, извините. Она просто шутить не умеет, не обращайте внимания. Она не будет такого делать. Деньги случайно. Машину может... Нет, нет, все. Вот и прококундила Катя свою машину на непослушная, значит. Ну покататься хоть. Так в смысле покататься, Катя, тебе говорил, не садись в машину, не едь. Ты поехала и все! Предложения какие-то, мать, что мы будем с тобой делать? Машины-то у нас больше нет. Ну ее же на штрафстоянку увезли. На штрафстоянку? Да. А, ну то есть, окей, то есть мы сейчас накопим немножко бабок и потом можем вернуться и забрать ее, да? Да. Да. Хорошо. Штрафстоянка, скорее всего, там. Прыгни, пожалуйста, туда, вниз. Она, штрафстоянка, вот там. Ты офигел. Стоп. Кать. Как тебя легко затроллить. Я специально. А, специально себя затроллить. То есть я такая специальная Бабушка. Короче, нужно накопить бабла, чтобы... Накопим бабла, ну подожди, накопим бабла... Давай сделаем так, 1 рубль с каждого, кто придет по вот этой ссылке, которая сейчас надо мной появится, чтобы посмотрели предыдущую серию. Да, точно. В предыдущей серии мы с Катюхой... Что мы с тобой делаем? Унитаз. Унитаз. В предыдущей серии мы с Катюхой, как Катя сказала, унитазом были, скорее всего. Прям сейчас, подсказочка, пум, смотри предыдущую серию и потом возвращайся сюда. Если ты это сделаешь, значит, ты нам поможешь накопить бабки на то, чтобы мы вернули машину в штрафстоянке. Ты, конечно, Катя, любя тебя, назову Дуримонда... Машину прококундила, больше я тебе не подарю ничего. Спасибо большое тебе за просмотр, будем ждать следующую серию. Я не знаю, следующая серия будет, не будет, возможно, Катя вообще в тюрягу посадят. Вот, все. Это, походу, последняя серия с Катей в 2018 году, как я понимаю. Да. Если вы хотите, чтобы в 2019 наш сезон с Нубиком, ну, профессионалом, я имею в виду, продолжался, дай нам знать в комментах. Мы тебе скажем Happy Pizza, в смысле, Happy New Year to you. Всем удачи и всем пока. А я буду сейчас кого-то щекотать. Просто так.